отель «Алайя». Период пандемии – это май 2021 год. Он пока закрыт. Но абсолютно видно, что за ним, конечно, ухаживает. Сидит охрана. Бассейн немножко цветет. Но очень красивая, стильная, приятная территория. То есть, когда отель откроется, очень интересный вариант для отдыха. Но, опять же, все будет зависеть от того, какую цену они заявят, да, на фоне других отелей. Посмотрите, такие невысокие трехэтажные здания в таком стиле. Вот такие вот бассейны. Отель первой линии. Просторная, стильная территория. Видно, что там главное здание ресепшн. Пул-бар, кафе у бассейна. Очень симпатичная территория. Ну вот, к сожалению, пока закрыт. Ну, конечно же, когда откроется, если у меня будет такая возможность, я обязательно поставлю этот отель в свой список посещаемых отелей. Обязательно приеду сюда, отдохну и изучу все изнутри. Отель «Алайя» Марса Алам. Находится он по соседству с рядом с комплексом отелей «Джаз Марайя», «Джаз Ламайя», «Салайя» и «Штайгенберг Корайя». То есть они прям через стенку, вот эти отели. Такой вот небольшой мини-обзор общей территории, общей картины этого отеля. Простая, просторная, стильная, очень приятная атмосфера, территория. Отель первой линии. Напоминаю, мой сайт oksana.travel. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, смотрите за моими видеообзорами отелей, да, изнутри, чем кормят, детские площадки, кидс-клабы, бассейны, какие активити. Все это можно увидеть на моем канале на YouTube или в моих постах в Инстаграме. Поэтому, если соберетесь отдыхать в Египет, обязательно обращайтесь. Я помогу подобрать вам лучший отель, цена-качество, исходя из вашего бюджета. Ну, или вы просто можете получить у меня консультацию. Консультация стоит символических денег $15. Если же вы будете через меня в дальнейшем бронировать, то эти $15 вам возвращаются. Если же нет, то поверьте, за $15 вы сэкономите массу своего времени, не будете читать непонятные отзывы, соответственно, в интернете, и получите, как говорится, из первых рук, да, информацию, как есть, именно про отели в период пандемии, да, что очень важно. Ну и, конечно же, да, учитывайте, что я второй год живу в Египте по разным отелям. Во многих отелях я останавливалась, да, видела изнутри. Поэтому, как говорится, все познается в сравнении. Так вот, владея вот этой огромной информацией, я смогу подобрать вам лучший отель, цена-качество, повторюсь, исходя из вашего бюджета. Обращайтесь.